Проблема зловония от агрохолдинга «Юрма» коснулась этим летом практически всех жителей столицы Чувашии и Чебоксарского района. Жалобы и обращения были услышаны. Заводы по производству гранулированного органического удобрения «Быть». Дорожная карта уже готова, сейчас ведутся проектные работы. Его стоимость – 270 миллионов рублей. В Чувашской республике ежегодно производится 117 тысяч тонн мяса. Из этих 117 тысяч тонн мяса, в том числе 70% мяса птица, и из этих 117 тысяч тонн мяса, по 2017 году, допустим, 50 тысяч тонн мяса произвела одна организация, одна птицефабрика «Юрма». То есть мы понимаем о важности, значимости, да, предприятия, о продовольственной безопасности. Наша задача – сохранить это предприятие, эти рабочие места, это производство и в то же время решить вот эту экологическую проблему. Завод начнут строить в километре от здания птицефабрики. По проекту там будут работать две линии по переработке помета. Зона приемки, смешивания, сушки и упаковки. Таким образом, 400 тонн куриного помета в день будут превращаться в полезное удобрение. Завод не предполагает выброс в почву вообще со дня его запуска. Как вот это будет реализовано? Свежий помет будет поступать на завод, будет проходить термическую обработку, из него будет выпариваться лишняя влага, Влага будет очищаться, превращаться в пар, очищаться и выбрасываться в атмосферу. А гранулированное удобрение будет собираться в объеме 52 тонны в сутки максимально и упаковываться в упаковку биг-беги и реализовываться сторонним покупателям. Сейчас на предприятии нашли временную защиту от запаха. Это специальное биосредство. При этом специалисты утверждают, что раньше о препарате не знали. Имеется сертификат, технические условия, разрешение Роспотребнадзора и всех вышестоящих инстанций. Он наш отечественный. То есть применять его можем мы здесь, на Российской Федерации. Он уничтожает и убивает, устраняет запах моментально. То есть в течение 5 минут. По обещаниям хозяев «Юрмы», завод по переработке куриного помета должен заработать уже летом 2019 года. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика.